Всем привет! Сегодня покажу, как проверить коммутатор, который сблокирован с катушкой зажигания. Также таким образом можно отдельные коммутаторы проверять. Преимущественно это Passat B3, B4, на Seat'ах подобное стоит. Ну и к тому же был вопрос, человек спрашивал, каким образом проверить, потому что искры нету, датчик холла по одному из моего видео он проверил, искры все равно нету, когда отключаешь датчик холла и вместо него пытаешься через массу протестировать коммутатор с катушкой, то есть методом взаимоисключения. И был вопрос, как отдельно проверить коммутатор. В общем, покажу сейчас наглядно. Открываем крышечку, некоторых припаяны, у некоторых на болтах. В общем, суть в том, чтобы от катушки отключить выводы с коммутатора. И вместо катушки, вот видите, тут я отпаял, подогнул, вместо катушки я включаю мощную лампочку, потому что слабой лампочкой вы можете не проверить точно. Транзистор даже поджаренный, он может работать с лампочкой маломощной. Теперь смотрим. Видите, у нас ключи разъема вверху находятся, то есть вот направляющие, высоковольтный вывод внизу. Значит, у нас на левый контакт минус, на правый плюс. Включили, лампочка загорелась. Теперь на минус, вот у меня крокодил, он от минуса подключен. Касаемся, лампа должна потухнуть. Убираем, загорается. Можно даже без дополнительного провода элементарно просто пинцетиком вот замкнуть с минусом средний вывод. Видите, да? Замкнули, все, лампочка потухла. Разомкнули, лампочка загорается. Вот таким вот образом можно проверить коммутатор. Именно коммутатор от катушки. Ну и, конечно же, коммутатор с катушкой проверить. У меня видео есть на канале. Уже готовы, заходите, смотрите. То есть элементарно на место припаиваем. Точно так же все включаем, только на высоковольтный провод, отрезок провода какого-нибудь. Медного, даже алюминиевый пойдет. Свеча, на минус ее прицепить. И, касаясь среднего вывода, должна проскакивать искра на свече. Или разрядники, кому как удобно. Все, все дела. А на этом все. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Заходите в описании, у меня две ссылочки на мой новый канал Wheels Pro и на группу ВК, кому удобнее там общаться. Желаю всем успехов. Скоро увидимся.